до організації департаменту енергоефективності, можна я закінчу, управління здравоохранения самостоятельно в лице ДРК чутепляло садики, школи, делали термосанацію і все остальное. Можна я вас поправлю, только ДРКач делала проекти и корректировала их как минимум 3 раза. И на проектах, вы знаете, всегда зарабатывали не деньги. Я не знаю, а здесь, да, а здесь как бы я там, не, ну, как бы... А тут вы хотите сказать, не зарабатывать. Подождите, а тут как бы оно ни было, сделали проект, я знаю, что по одному из садиков, по моему округу, и они сейчас собираются там проводить тендер на, уже на сами работы. Так я вам скажу, более того, что это сделано было в сроки, которые, скажем так, были поставлены, плюс проект не был дофинансирован, а он, то есть были выделены средства, и четко в этих средствах он был сделан. Мало того, и по срокам сегодня идет то, что будут проводиться строительные работы по этому сайту. Поэтому давайте мы не будем сегодня говорить о том, что Деркач нормально справлялся с... Я сказал, что управление свиньи. Ну какая разница? Ну, какая разница? Нам важен результат, правильно? У нас сегодня результат малой крови будет обходиться через департамент. Все. Правильно. Я полностью поддерживаю. Да, но только смотрите. Но только я при управлении освиты, термосанация, скажем, всего садика стоила там 4 миллиона, а при департаменте энергоэффективности 8. Не лукавьте, не лукавьте, Олег Петрович. Вы знаете, кто дает заключение о стоимости выполненных работ? Государственная экспертиза. И они не могут ни гривна влево, ни гривна вправо. Поэтому вы здесь не лукавьте. Пожалуйста. Правильно. Голосовали люди. Еще раз. Но если ставить самые дешевые окна, которые вообще не держат тепло, о чем можно говорить? А давайте теперь мы сделаем финансовый анализ. Понятно, что есть окна, которые делают газовый ремонт, который тепло не пропускает. Ну это уже будет. А теперь давайте сделаем финансовый анализ. На каждый садик, где департамент энергоэффективности, чуть ли не по 10 миллионов тратит, или там на школу чуть ли не по 30 миллионов тратит с бюджета денег. А вот теперь давайте посчитаем, сколько этой школе, дай я закончу, хватит хотя бы половины денег. К примеру, потратили на школу 15 миллионов, да? Вот сколько этой школе хватит 15 миллионов, сколько десятков лет, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Так вот возьмите, сделайте анализ. Сейчас мы выкидываем миллионы, сотни миллионов на термосанацию, на это. Так там же ж не в этом дело. Да, я закончу, Саш. Да, я закончу. И теперь получается, что мы потратили 30 миллионов, а можно было за 10 миллионов 50 лет содержать эту школу. Понимаете? Но мы сейчас 30 миллионов выкинули с бюджета. Вот о чем идет речь. Лапшу нам тут всем по ушам ездить, а вы никто финансовый анализ не делает. Олег Петрович. Вот как у нас сделал финансовый анализ управления здравоохранения. Говорит, зачем мы будем покупать томограф? Ну это, по крайней мере, они делали. Я не делал, но может логика здесь и есть. За 25 миллионов, когда у нас стоит чей-то там частный томограф, мы по 700 тысяч будем давать им каждый год, и это на 30 лет. Мы рассмотрели вопрос 1.3, все проголосовали. Сейчас я один. У нас, когда вопрос там стоит, допустим, что надо какую-то сумму по проекту для утепления, это не только утепление типа фасадов, это по сути там и ремонтные работы. Полностью заменяется, к примеру, вся система отопления, которая есть, батареи, трубы и так далее. И все равно надо менять раз в 30 лет. Ты же понимаешь, если дальше по повестке дня, 1.5, мы даем управление коммунального порядка Миколаївської міської ради, щодо передачі та закріплення за КПО Миколаєва теплоенерго, теплових входів до житлових будинків по Лазурній 34-36 і Чайковського.